Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Infinix Hot 30i, и сейчас я покажу вам, как включить и настроить мобильную точку доступа. Итак, для этого мы свайпаем вниз и ищем здесь точку доступа. Находим и нажимая на нее, мы можем ее включать и выключать. Если мы зажмем на ней пальчик, то перейдем в настройки точки доступа. Здесь мы можем настроить имя сети, пароль, безопасность и диапазон частот. Также можем настроить разовый лимит данных и автоматически выключать точку доступа, если к нам никто не подключается. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.